поселке совхоза имени Ленина прошли публичные слушания отчета об исполнении бюджета сельского поселения совхоз имени Ленина за 2019 год. Его озвучила председатель контрольно-счетной палаты муниципалитета Елена Егорова. На встрече также присутствовали первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин и начальник финансового управления Лариса Колмогорова. В своем докладе Елена Егорова рассказала о структуре расходных и доходных статей бюджета, провела анализ динамики доходов. Отметила она и положительные стороны в части исполнения бюджета, в том числе и по социальным направлениям. По разделу общегосударственные вопросы исполнения 100%. По разделу национальной обороны исполнение составили 98,7%. По разделу национальная экономика исполнение тоже составило 100%. По разделу культуры и кинематографии исполнение также составило 100%. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа при проверке финансовой деятельности бывшей администрации поселения совхоз имени Ленина нашла и ряд нарушений, что также нашло свое отражение в отчете. Выявлено 12 фактов грубых нарушений требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской финансовой отчетности на общую сумму 57,9 миллионов рублей. Выявлены факты принятия к бухгалтерскому учету документов, содержащие недостоверные данные о совершившихся фактах хозяйственной жизни. По окончании слушаний присутствующие депутаты, местные жители, представители общественности смогли задать свои вопросы. И хотя зачастую они не касались напрямую предмета встречи, на все были даны исчерпывающие ответы.